24 июля 2023 года. Рад приветствовать. Снова это Соболёк, снова это Рихальский рукав и остров Любыч. И поход по Любычу до ночевки возле озера Утянка или где-то там на Деснянском берегу напротив Пирного. В общем, держу путь туда. Сейчас уже 7:15. Солнце уже довольно-таки низко. Так что погнали. Переправа состоялась. И вот по обычаю тут же какой-то ручеек впадает в районе этого брода, где выход с этого брода. Вода довольно-таки чистая и прохладная. И течет он довольно-таки живенько. То есть с острова течет ручеек и впадает в Рихальский рукав. Вот такая вот интересная история. Ну что ж, продолжаю свой путь в сторону Утянки. Думаю, без остановок. Около 8, вот такая чудненькая погода стоит, там где-то вдали прошел дождь, ливень. Ну а здесь погодка отличная. И дорога, она тут уже, вот реально дорога, тут уже настолько наезжена, что прямо трасса, можно сказать. Вот дорога отходит туда, к Гончаровке. В тех местах она находится. Показалось озеро Утянка и Утянковский лес.
Вот отличная дубрава рядом с озером Приворот. Интересно, тут есть заход или нет? Ну, по крайней мере, машины сюда доезжают. Вот именно зайти покупаться. Ну, как такового захода нормального нет. Все заросло очередь. А здесь вообще сказочное место под этим дубом. И, наверное, хороший заход на Утянку. Да, хороший заход на Утянку тут. Тут прям вообще уже все готово. Вот отличное место. Дорога идет вдоль такой шикарнейшей дубравы. Уже скоро десна. И там тоже такой лесополосой идет. Глубь острова такая вот дубрава. Стоят. Стоят на десне. В принципе, наверное, этого следовало ожидать. Ну что ж, возвращаюсь к Утянке. Буду ночевать под тем дубом. В принципе, мне там понравилось. Хотелось бы тут, но, наверное, уже это в следующий раз. Тут буду стоять. Тут и костер можно пожечь. Фух. Где-то, наверное, тут палатка стоит обычно. Вот какое-то такое там место утоптанное. Как будто бы сюда с видом на костер. Вот, и тихо, и подальше от десны. Да, наверное, это место и лучше, чем то. Я думаю, да. По крайней мере, и покупаться можно. Вон Утянка. Сейчас пойду скупнусь. Вечерние купашки. Немножко водорослей, и дальше уже глубина. Вода чистейшая просто. И этот берег весь мой. На сегодня тут нет никого. Это классно. Ой, хорошо. Терминатор. 10 часов наконец-то. Разгорелся костер. Честно говоря, долго я над ним колдовал. Но свершилось. Итак, вот так вот тут все примерно разбросано, пока в беспорядке. Стоит палатка, уже готовая. Для приема гостей новая палатка зелененького цвета. Тут расположились вещи, рюкзаки под этими тремя дубами. И тут вот один дубок склонился над этим костерком и вот так вот его охраняет всячески. Дует южный ветер, довольно-таки приличный и, можно сказать, даже свежий, потому что, ну вот сейчас вот мне вот так вот в футболочке аж немножко, даже прохладненько, всего лишь 10 сейчас. Но холодать не будет, то есть это будет вот такой вот, где-то градусов 20-18, вот так вот ночью меньше не станет. Так что сейчас буду вечеровать. Ну и отходить ко сну, завтра ранний подъем. Дрова обзейшн, мокрые, сырые. Хоть и ветер дует, и все вроде хорошо должно быть, но еле-еле тлят, горят, дымят, как паровоз. То есть огня нету, жара нету, а вот именно дым такой вот происходит. Ну, слава богу, дует ветер. Примерно вот так вот все выглядит. Вот вечер. Хотел тут заночевать, ну это все и случилось. Вот так вот приспособил тут тарелочку, которая стояла там на пеньке, и в общем-то жду, пока скипятится вода, наконец-то я залью эту лапшу. Место тут хорошее, тихое. До десны где-то 500 метров в ту сторону.
И место под палатку тоже отличное, потому что стоит на траве и нету иголок и всего такого. И в такой кроне дубов. Уже темно. Буквально месяц назад тут бы еще заря была видна, а сейчас уже темно. Итак, несмотря на то, что костра практически нет, но кипяточек уже готов. Жар есть, а света гуляет, костра нет. Нормально. Такой вот интересный ножик. Он раскладывается, и получается тут и вилка, и нож, и штопор, и ложка. Электрический свет продолжает наш день. Дошаивает костер. Такая вот ночь любыча, стоит палатка. И, в общем-то, где я сейчас нахожусь. Хорошее место, отличное. Ну что ж, до завтра, до утра. Спокойной ночи. Доброе утро, 25 июля. Сейчас 5:15, и это восход солнца. Где-то там над Любычем сейчас будет. Вот так предметы быта возвращаются на свое место. Сюда на столик деревянный. И вот тут вот так вот встречается восход солнца. Все, вещи собраны, покидаю это гостеприимное место. Я думаю, что я еще когда-то сюда вернусь, по крайней мере, мне здесь очень понравилось. Вот так его оставляю. 6:15 вышел, немножко с запозданием, но ничего, сейчас по такой шикарнейшей дороге я наверстаю упущенное время. Ночь была теплая, ну и утром комфортные +20, не жарко, не холодно.
идешь себе отлично. Не парит ветер. Южный такой, прохладный почему-то дует. Дошел до так называемой мною речки Любыч, которая самого Любыча впадает в Крихаевский рукав. Такая тут чаша образуется. Интересное место. Там дальше Крихаевский рукав уже. Там вот. О, какая красавица. Тут и покупаться можно. Шикарно. Ну что ж, именно здесь заканчивается мой сегодняшний маршрут. Остался технический переход на Соболевку через брод Соболевки. Желаю всем хорошей погоды, удачных походов. До новых встреч. Пока. 6:15 вечера. Это 25 июля 2023 года. Я снова на Любыче. В летках переправился через Крихаевский рукав по вот этому броду. Вот тут была глубина, ну, максимум где-то вот так вот. Чуть выше колен. То есть тут реально можно перейти и с рюкзаком, и с велосипедом. Главное вот четенько вот так вот идти сюда. Машины, которые могут проехать, то они вот по этой косе, там есть заезд и заезжают дальше. Тут они не заедут, потому что тут идет обрыв. Как ориентируют эти сокря. Сюда надо держать путь вот так вот немножко по диагонали. Буду обсыхать и двигаться на Гончаровку. Сегодня там именно запланирована моя ночевка. Сегодня, в отличие от вчерашнего вечера, воцарилась просто сказочная, жаркая, душная, но безветренная погода, потому что прошел дождь, ливень тут был, и вот сейчас как бы распогодилось, и везде все хорошо. По крайней мере, я не наблюдаю никаких грозовых туч. Двигаюсь к Гончаровке, моя одна фамилица, и, в общем-то, там буду искать место для ночевки. Солнце еще пока высоко. Только что видел велосипедиста, он вот тут вот выезжал, ехал туда, в сторону Гончаровки, и видать, может быть, даже Утянки. Тут дело в том, что очень хороший брод, и тут можно с велосипедами, и даже некоторые на машинах сюда пробираются. Тут и на машинах, и на велосипедах. Вот даже уже свежие следы после дождя, который только что вот недавно совсем был. Вот уже сколько понаехало. Люди возвращались, и только что велосипедист туда ехал дальше. Видать, на Гончаровку. Так что, можно сказать, в летках еще классный брод. Тут реально можно и на машинах, если соответствующая проходимость есть, попасть на остров. Душновато, конечно. Ночью обещают жару, где-то 22. Но будет час буквально, когда температура может опуститься там до 20, до 19. Это где-то предрассветный час. Как правило, вот так оно получается. Именно вот такие жаркие дни. Если, ну, другая погода, то этот период длится дольше. Например, с 12 холодает. Или там с 10 вечера. Ну, а вчера было примерно вот так вот. С 4 до 5. Так, похолодало до 18. А так было тепло, где-то 20. Ну, от силы 19, как минимум. Да, по сравнению со вчерашним вечером, сегодня просто духотень. Но успокаивает то, что прошел ливень, дождь. И, в общем-то, вот эти травы, они такие неможженные, такие ласковые, испаряют потихоньку сейчас влагу. Воздух хоть и влажный, но идется, в принципе, хорошо. Будет вечереть, будет температура чуть-чуть падать, пока она еще, я смотрю, устаканилась и стоит на месте. Вдоль Гончаровки поехал. Вовсю разъезжает, тут даже такой себе треугольничек, развилку сделали. Ого, ну так Гончаровка течет, тут еще подтоплено все. Тут и не перейдешь. Вот там не говорил, что там она. Озеро не течет. Вон течение. Журчание ее.
Это речка. Красивый изгиб реки Гончаровки и обрывистый берег. Подойти никак невозможно, но зато красивая. Она тут извивается. Надуло жары, распогодилось не в пример вчерашнему дню. Судя по вчерашнему дню, по закату, то сегодня жопешник должен был быть. А вот вечер удался, хотя и душный. Ну ничего, скоро будет уже легчать. Вот эта чаша обалденная. Сейчас я посмотрю тут место и проследу еще немного дальше. Вот сразу вижу хорошее место под палатку. Тут даже есть какой-то спуск. Сейчас проверю его. Посмотрю, как тут можно что. Ну тут мне нравится. Тут спуск более пологий. В общем-то, можно нормально, по крайней мере, подступиться к воде и хотя бы, ну, просто умыться. Не говорю о купании. Да уж, ну такое. Но, в принципе, если очень хочется, то покупаться можно, я думаю.
Половина девятого, солнце садится за тучи, за дымку, наверное. Я сейчас направляюсь чуть дальше, на Гончаровке, там есть озеро. Хочу посмотреть, там никогда не был. Интересно, там есть заход вообще, что там да как. Туда, во всяком случае, ехал рыбак-велосипедист. Хочу проследовать туда, тут недалеко, 500 метров. Любыч вообще прекрасен, вот эту предзакатную пору. Закат у нас сегодня в 20:55, сейчас половина. Еще 25 минут будет солнце, и оно скоро сядет. Месяц, возрастающий месяц, уже поллуны получается. Вот идеальная погода сейчас, просто идеальная. И закат идеальный. Вот Гончаровка, вот это, видать, старица Десны, которая она упирается. И вот сюда я и направляюсь. Осталось немного, там даже какой-то заход как будто бы виднеется. Сейчас посмотрим. Просто обзейшн какой-то. О, какая красота. Сейчас место под палатку найду. Буду стоять здесь. Все. Все, начальника уехал. Теперь я тут начальника. Вот так вот. Тут даже становое место есть. Ну, палатка, да, где-то тут и будет стоять. Вот заход есть хороший. Блин, ну я даже не ожидал, что это такое. Прям место, местилище. Так, все, палатка будет стоять здесь. Тут становое место, отличный берег. Вот тут будет стоять палатка, все. Все решено. Под этим дубком, дубок. Это большая редкость вот на таких вот озерах. Обычно вот такие, обычно какие-то деревья там. Какие-то дикие груши. Во, дикая груша, блин, какая груша дикая. Ёшкин кот. Вот это я в заповедник попал. А вот дуб. Трохи исхудался. Ну ничего, зато дров сколько будет. Класс. Вот это груша. Это грушище. Вот это дичка. Класс. И Любыч. Там где-то летки далеко. Это уже будет завтра. Что значит будний день, становое место, свободно, вот оно, вот. Это просто хоромы, тут даже вот кто-то принес вот такие булыжники, тут их отродясь нет, не было и нет. Груша старинная, тут дубок, он трошки поусох, этот растет. Тут такой себе оазис, вот березки еще не хватает вообще для полного счастья или каких-то старых дубов. Но вот он точно, он тут посажен, тут с любовью. Специально под ним, чтобы расположиться. Вот тут уже палатка стояла, там шар, костер, а там вид на звездный водоем. Звездный водоем этого острова. Это просто какой-то. Это какой-то пляж. Ой. Такой же заход классный. Вот. Место просто бомба. Просто бомба. Ой, ключи бьют. Бьют ключи, потому что вода холодная. Чуть-чуть скаламутил и все. Это звездный водоем. Ну не зря я так его назвал. Вот тут вот тепло. Все, закат случился. Можно делать, так сказать, вечерние вещи, которые я обычно делаю. Это установка палатки, это разведение костра, кипячение. Я думаю, что я не буду тут вот дрова палить. Я возьму свою горелку, подключу и быстренько скипячу, ну,
столько воды, сколько мне надо. Мне не надо костер, мне не надо свет. Свет я дам от фонаря. Поэтому вот эти все дрова тут останутся. Вот, и потому что они тут на вес золота, деревьев тут не так много. Может быть, какой-то маленький совсем, если там где-то что-то найду, разведу так чисто, чтобы было обозначение этого места. Ну а так, воду буду греть уже на горелке. Потому что вчера намаявшись, я уже сегодня не хочу с этим сталкиваться. Да, что-то деревья гибнут, вот, там. Ну, во всяком случае, тут дров должно быть, получается, много. Это, блин, просто вековая. Ну, не то, что вековая, это 200-летняя груша, наверное, блин. И такой вот видос на озеро, на звездный водоем, на острове Любычев. Это, ну, просто не передать. Но это, как это, приехал куда-то на дачу кому-то. Но только удачи нет стен, удачи простор и тишина. И луна. Ну или месяц. Полумесяц. Дуб видно, яростно сопротивлялся. Вот еще листья какие-то есть, но они уже желтые. Возможно, в него ударила молния. Да, вот видно, что выжжено, и он погиб, к сожалению. Но я не понимаю, почему, потому что есть деревья покрупнее, но именно в него попала молния. И все, теперь будет очень много дров. Будет весело. На этой стоянке остался вот такой вот дубок. Месяц уже не молодой и не юный. Луна, и тут дорога. Вот так вот все выглядит. Под дубком стоит палатка. Там кипятится вода. Таки да. Сейчас будет завариваться быстрая лапша. Все, это уже на чай. Ставим зеленый чай. Стынет. Приятного всем аппетита. Бон аппетит. Долгожданный ужин. Без 15:10. Еще где-то там зорька есть. Начался. Вот классно, когда в конце дня тебя ожидает такая стоянка, такой ужин, неторопливый вечер, безветренная погода и звездный водоем. Я вот почему-то шел сюда и надеялся, что меня в конце дня ждет вот такое вот интересное место. Очень хотел увидеть. Было место на гончаровке, тоже классное, там чаша такая, но подход хуже. И, видать, вот эта чаша, она все-таки, ну, трошки мельче. А тут полноценное озерко, глубокое, и видно, что тут присматривают за ним, то есть как-то следят. Есть там, есть какая-то груша. Дубок.
молодой, старый, на дрова. Буквально месяц назад еще было, блин, было. Было еще довольно-таки светло, виднелась зорька. Сейчас виднеется только дубок и палатка. Все, заканчиваю вечеровать. Тут, в общем-то, в костре были сожжены ненужные пластмасски. Здесь собраны компактно вещи, и тут стынет зеленый чай. Сейчас бахну чайку и уже спать. 10:30, чай допит, вещи почти сложены. Пора отходить ко сну. До завтра. Спокойной ночи. 26 июля 2023 года. И такое вот сегодня выдалось утро и ночь. В отличие от тихого вечера, ночь выдалась довольно-таки шумной, ветреной и стрёмной, потому что была опасность грозы, и, в общем-то, словить вот тут грозу на этом небольшом пятачке, честно говоря, стремновато, поэтому, когда планируешь какие-то походы по вот таким вот открытым областям, территориям, надо все-таки планировать более лесистую местность и там становаться, чтобы было меньше ветра и меньше шанса попасть молнии примерно в этот пятачок. Ну что ж, все это миновало, но ветер сильный. Встаю, расхаживаюсь, поднимаюсь и буду потихоньку собираться. В 6 часов выход отсюда на большую землю, на летки. Даже вон на озере какие волны поднялись из-за ветра. Ночью даже приходили какие-то звери, что-то фыркали, что-то им не нравилось. Ну, в общем, они куда-то поуходили. Так, ну что, сейчас буду доставать вещи, которые были собраны в палатку, чтобы, если вдруг будет дождь, чтобы не намочились. Ну, дождя не было, поэтому сейчас достаю вещи и буду собираться. Скоро рассвет. Рассвет будет так же самое, как над Утянкой, прямо над озером, в той его части. Ну, тут принято решение, утром пока суть до дела буду делать кофе. Наконец-то солнце встало из-за туч. Можно попить утренний кофе и наблюдать восход солнца. Солнце так из-за туч выныривает, как будто из-за горизонта.
насколько вчера все-таки спокойный был вечер и насколько вот сегодня неспокойное утро. Но надо отдать должное, что все-таки ночью не было холодно. Было где-то вот так вот 22 градуса, и оно даже утром и не падало. Спал, просто прикрывшись спальником. А так гончаровка выглядит с утра, с таким вот интересным освещением. Вот и подошел к концу мой сегодняшний поход. Заканчиваю я его здесь, в Летках, на переправе. Были незабываемые две ночевки, два вечера, два утра. Я так и назову этот фильм 2-2-2. Разные места, разные погодные условия и разные по насыщенности и по наполнению ночевки. Кайфанул, получил массу удовольствия, кучу впечатлений. За сим прощаюсь, точнее говорю, до свидания, до новых встреч. Пока.